Ой, ой, out of blue, словно снег на голову, гром средь ясного неба, неожиданно несгадан. Джонни came out of the blue to catch the pass and the score touchdown. Джонни, выскочив словно из земли, принимает пас и открывает счет. Out in the left field, не из той оперы, не в ту степь. Миг на экзамене по истории. Вопрос по Второй мировой. Восточная Европа. Миг лихорадочно пытается вспомнить, какие страны вообще есть в Европе, кроме Германии, Франции, Англии. Мучительно вспоминает три виски. Швейцария. Что это за нейтральная страна? А, да, точно нейтральная. Потом это как ее Испания. Не, точно, древняя, ой, то есть современная Грея, потом, как, Панама. Преподаватель откидывается на стуле и прерывает миг. I'm afraid you are way out in the left field, my dear. Боюсь, что вы, любезные, ушли немножко не в ту степь. Out of the frying pan into the fire. Из огня да в полымя. Out of tune, не в строй, а в разлад, кто в лес, кто под дрова. Don't think we act out of tune. Тебе не кажется, что мы играем кто в лес, а кто по дрова? Спрашивает Мик Джона после первой четверти тренировочного матча. Out to lunch, тормознутый, отмороженный. Don't ask down, he's out to lunch today. Не приставай к Джону, он сегодня малость тормозит. Out of thin air, высосать из пальца, взять с потолка, придумать, не основываясь на фактах. Your story concocted out of thin air. Я вам ни грош не верю, потому что ваша история полностью высосана из пальца. Возмущается директор колледжа, выслушав жалкий лепет Мика и Джона насчет их вчерашнего прогула. Always the hill уже не тот, что был раньше. Годы берут свое. It's getting hard for him to run so fast as before. Well, he's always the hill. Для него, как раньше, бегать уже не просто, он уже не тот. Репетитор по скайпу, Smart Teacher 190.